Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Теперь она с ангелами. Внезапно умерла юная известная актриса. Ей было всего 13. Актриса Лорел Грикс скончалась в США в возрасте 13 лет из-за сильного приступа астмы. Медикам не удалось ее спасти, о ее смерти сообщил дедушка девочки в Facebook. «Моя прекрасная и талантливая внучка Лорел Грикс скоропостижно скончалась из-за приступа астмы. Врачи пытались спасти ее жизнь, но теперь она с ангелами». Пользователи оставили в комментариях свои соболезнования. Впервые Грикс вышла на сцену в 6 лет. Играла на Бродвее, исполнив в том числе роли в мюзиклах «Однажды» и «Кошка на раскаленной крыше». Также она работала с такими актрисами, как Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт, а также актером и комиком Стивом Карлом. Грикс сыграла дочь Эвелин, сестры главного героя в картине «Светская жизнь» Вуди Аллена. Актриса принимала участие и в съемках популярной в США программы «Saturday Night Live» на экранах с 2015 года с сериала «Луи», после которого появилась в шоу «Субботним вечером» в прямом эфире в 2017. Как страшно, когда уходят такие молодые. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.